Адеми представит Казахстан на новой волне. Исполнительница уже дважды пыталась пробиться на международный песенный конкурс, но оба раза удача отворачивалась от нее. И вот лишь третья попытка привела к успешному результату. Только вот особой радости, достигнув желанной цели, певица не испытала. Я представляла приблизительно, какое у меня будет состояние, если я пройду. Я могу сказать больше, что я на процентов, наверное, 70 была уверена, что это случится, потому что подготовка была нереально такая прям мощная. То есть мы предусмотрели все за, все против, какие могут быть риски в том, что если голос пропадет, допустим, какой-то вариант надо будет другой, допустим, спеть. Мы все предусмотрели, поэтому я уже даже предполагала, какие у меня ощущения будут, какие у меня будут эмоции, но этого всего не было. Не было этого, я прошла там, или прыгать, плакать от радости. Видимо, напряжение, оно меня не отпускало. И при том еще понимаешь же, что теперь ответственность не просто перед 10 людьми, да, которые тебя готовили, теперь же еще и ответственность перед всей своей республикой. Готовилась Адеми к конкурсу действительно долго и упорно. Учтя ошибки прошлого, певица решила привнести в мировой хит группы Queen свою восточную изюминку. Я пела песню вот «Show Must Go On» в восточной интерпретации. И у меня в голове была мысль: остановите меня, пожалуйста. Вот я какой-то момент из-за него очень сильно переживала, за вот проигрышные восточные мотивы. Потому что я и 100% на 50, наверное, их пела. Я в голове думаю: остановите меня, я вам другую песню спою. Но они меня от начала до конца дослушали. В качестве второй композиции для прослушивания девушка выбрала свою песню «Только с тобой». Кстати, и трек, и саму артистку еще задолго до кастинга высоко оценил председатель жюри «Новой волны» Игорь Крутой. Буквально пару месяцев назад на страничке исполнительницы в Инстаграм появилась фотография, заинтриговавшая многих поклонников певицы. Меня с ним познакомили. Я не буду говорить, кто познакомил. Меня познакомили, я просто, у меня под рукой был диск с песней «Вот только с тобой», с последней песней. Я говорю: вот послушайте. То есть я сама была инициатором того, чтобы человек меня послушал. Мне нужна была, наверное, напутственные какие-то слова с его стороны, потому что это человек другого уровня. Я опять услышала те же самые слова, что мне сказал Ревин. Самое главное, что ты поешь от души. Это говорит, важно, очень важно для артиста. Кстати, защищать честь нашей республики на новой волне будет не только Адеми, но и группа Voice KZ. Отметим также, что в этом году конкурс впервые будет проходить в Сочи с 25 по 30 августа. А к этому времени исполнители должны подготовить победоносный материал, чем они сейчас и занимаются.